Доктор! Доктор, помогите скорее! Понимаете, у меня утин. Тихо, тихо, тихо. Успокоились, выдохнули, начали. У меня есть жена. Так. Но дело в том, что в последнее время у меня возникло нехорошее предчувствие. Так. Понимаете, дело в том, что она каждую ночь сквозь сон кричит: «Нет, Петя, нет! Нет, нет, Петя, нет!» И вот это вот она... Поняла. Значит, вас зовут Петр. Нет, меня зовут Стасик. Вас зовут Стасик? Да. Так поздравляю вас. До тех пор, пока ваша жена во сне другим мужчинам кричит «нет», вы можете спать абсолютно спокойно. Поздравляю. Поздравляю, Стасик. Спасибо вам большое, доктор. Нет, Стасик, нет. Спасибо большое.